Это Земля. Это Солнце. А это Steam, который не выпускает третий Half-Life. Пока за 2 года у нас появляется 3 Call of Duty, 1 Crash Bandicoot. Спасибо Activision. Уже 5 лет. 1 Call of Duty. Скажите честно, вас кто-то держит в заложниках, парни? Из Хрустим Павла Воли мы уже вытащили. И вас спасем. А вот кого не спасти, так это Гейба Ньюнила. И не потому, что он стал шариком. Гейб, ты зарабатываешь 600 миллионов в год. Где Half-Life 32K? Серьезно? 1 миллион в день. В месяц 54 и в год 650. И куда были вложены все эти деньги? В CS2 и, по всей видимости, в оптимизацию. Да, тащи меня. И вот когда пытаешься найти информацию, куда Steam вкладывает все эти деньги, высвечивается это. Понятно. А, понял. Все деньги были вложены в топ самых дорогих скинов 2023-го. Так это же обычный муляж. Одной КСК они миллиард заработали за 1.5 года. И пока Гейб активно разрабатывает Steam Deck 2, сидя на диване, серьезно, лучше бы делом занялся. Мы посчитаем всю выручку компаний, которые разрабатывают Call of Duty. Серьезно, напишите, я готов вас вытащить. Просто позвоните. Прошу. И пока одни активно утверждают, что Call of Duty Warzone Mobile станет погибелью для обычной Call of Duty Mobile, для мертвой игры погибелью. Activision, я могу принести вам гвозди и желательно гроб. И даже несмотря на то, что каждая новая Call of Duty у них становится провальной, серьезно, это не игры, это Call of Duty. Давайте посчитаем, сколько раз я сказал Call of Duty. Call of Duty. Скоро будет такой новый поджанр. Первого лица шутеры. И Call of Duty. Но серьезно, Activision, может стоит перестать тратить все деньги с онлайна на новую колду, которая становится провальной. Ну, кроме Warzone. И лютая Black Ops, в которую я не играл. А ведь есть люди, которые до сих пор думают, что Call of Duty это игра. Нет, мой дорогой. Это Battle Royale. Мы с тобой фит еще и с Fortnite там устроим. Вон, Sony уже прикрепились. Ой, это кто? И как бы кто ни говорил что-то о Activision и Blizzard, года не зарабатывают неимоверные суммы. 30-500 рублей. Без нулей. Ну, хотя бы про стабильность не врут, и то верно. А, так это цена за опрос. Уф, везде донат. Но зато 80 рублей подарят за регистрацию в подарок, да. Что значит 30-500? Это сколько, не жалко? Цена божеская. Прям как в играх. Такими темпами скоро Electronic Arts обгонят. А, ну... Все, они победили. Но мы-то с вами, богатеи, все знаем, как окупиться. Если честно, я был в шоке, когда узнал, что даже торрент умеет зарабатывать. Целых... 5000 рублей в месяц. Так, это статья 2010 года. Ну-ка, что там сейчас? Уф, наверняка уже миллионами все крутят. В смысле, все стало бесплатно? Прокси теперь вообще не нужен. В смысле, Steam теперь работает по технологии торрента? Еще и поддерживает его... Блин, сколько я спал? Steam поддерживает игры с торрента. Чего? Все, я пошел качать патчи. Так, Ютуба, ну помогай мне. Кстати, сколько ты зарабатываешь? Ага, вот, нашел. Ну-ка, после отключения дизлайков, Ютуба В смысле обанкротился? А, это они про свой канал? В смысле? Видос про это забанили? С их же канала? За нарушение правил? Мы хотим уберечь детей от... От чего? Господи, такой бред! Вы убрали дизлайки для того, чтобы детям не было плохо. Отчего? Есть ведь YouTube Kids, вы больные? Такими темпами скоро на YouTube будет не один треугольник, а 2, в виде глаз, по всей видимости. Ну мало ли дети подумают, что это масоны. Ну-ка, сколько ты стал зарабатывать после их убора? 15 миллиардов. В смысле плюс 1.5? YouTube все более адаптируется для детской аудитории. Да зачем вы YouTube Kids-то тогда создали? Так, все. Пора это заканчивать. Где-то мои проводочки. Опа, нашел.